Да, не умеет стирать. Приедьте, пожалуйста, полиция. Не умеет стирать, жена. Не умеет стирать. А где Леночка у тебя? Где Леночка? Где Леночка? Не умеет стирать. А, сейчас научимся. Леночку, да? Была примерная раньше жена. Она примерная, плохое слово. Она была примерная раньше. Она была примерная раньше. По утрам пела песни. Нет, а что такое, например? Примерная была жена раньше. Никто не знает. Стирает мои рубашки. Сейчас она стирает. Была примерная раньше жена. Что такое, например? Пела песни раньше, массаж делала. Чао. Чао, Элыши. Какая там черная вода? Какую ты песню поешь сейчас? Любую. Где там черная вода? Черная вода. А, ну же... Обнимаю, ой, черная вода, я только о тебе мечтаю, черная вода, ой. У меня чистые рубашки, зачем ты так говоришь? Писька ты, ой, я выхожу. Надо полицию вызывать на тебя. Ты один платье, он зеленый. Надо полицию вызывать на тебя. И вызывай, ой, блин, ты знаешь, хоть, блядь, забирать, хоть не с кем пообщаться. А не знаешь, что делать? Они на смартфон. Где тут черная вода? Покажи. А, я уже смыла тряпку. Ну, это ж мои рубашки. Вода уже вышла. Ай, что творит девка? Алло, это полиция? Вы, да, это мамка моя. Приедьте, пожалуйста. Они пешком ходят. Нахуй ехать. Они тормашки не работают. Да. Да. Она стирала раньше хорошо. Она красиво пела. Сегодня 1 мая, она не умеет петь. А да. У меня уже ветка выросла. Раньше она пела, ты приедешь, ты примчишься песню. Ветка выросла, ветка. А сейчас только черная вода поет. Ты приедешь, ты примчишься, да, она пела. Мы а дальше поедем, как? Мы помчимся и поедем. Куда? Куда? В Эскозе? А куда в день жрать? Было примерно раньше жена, да? А вот сейчас не стирает. Пиалка, блядь, скажи. Не стирает, да. Ни разу в жизни. А сейчас нет. Как нет? Нет, это не так. Это вот товар. Раньше примерная была жена. Ну, жена, да хуже. Пела по утрам, массаж делала. Тамаре, блядь. Примерная была. Блядь, у меня соседка заебись нахуй. Прищепка на вот. Еще, блядь, тебе разводит. Тут вот что, заболела? Лечить, блядь, соседка. Ну, отсюда. Ну. Раньше пела красиво, она жена моя любимая. Массаж делала, а сейчас только черная вода поет. Ну да. Березовый срок закончился. Дайте ей 5 суток, пожалуйста. Кого? А что с ними делать? Там за 5 суток, как за 5 суток. 5? Только 4 мружики. Алло. Только 4. Ну дайте 5. Нет, мне еще на день рождения надо. У меня день рождения. Да, рождение. Ну, а это твоя писька. А мне 15 мая, день рождения, 70. А мне 17 мая, 98. 98. Она не пошла. Это пизда. А ты ба, там стоял, блядь. А что, и 15 мая, а мне 17 мая. Ну что теперь?
200, что ли? Ну, далеко. Да, была примерно раньше жена. А она, блин, а как она около тебя терлась, блядь? Да, терлась. Я взяла его, взяла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рано поймать ее, что она нам жила, и я это... Я сказала, и вам того же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Приедьте, пожалуйста, да. Приедьте, пожалуйста. Нет, сейчас... А, Пашка, вот только что там приедет. Приедьте, жену заберите. Сейчас, блядь, дверь замкнут, Ульриками. А я тебе Ульрик. Покажу. Нет, вот Генка... Раньше была примерная жена. Ой, как вкусно. Обжирается сейчас. Ну что это такое? Мне такая жена не надо, что обжирается. Замуж не пойду. Кюш, баран мой, съела кюш. Кюш, баран. Я была с ней курочкой. Кюш, баран. Кюш. Кюш, баран. Зачем ты съела кюш, баран мой? Я не сказала, дай покажу. Не, я могу. А это ты диету съел, грядки копать, надо же. А куда вы? А как я без мужика? А у колхоза мужик надо? Кюш, баран.